Разговор по нашумевшему делу так называемых сатанистов. Честно говоря, напрасно коллеги-журналисты создали вокруг этой преступной троицы мистический ореол. Хотя, безусловно, их деяния, убийство с отрезанием головы несовершеннолетней девушки, каннибализм, сувенирная обработка черепа жертвы, не вписываются ни в библейские, ни в общечеловеческие каноны. Но, думается, управляли ими не демоны, а бездуховность, беспринципность, безалаберность. Три прогнившие основы сегодняшнего беспредела, когда безнаказанность киллеров воспринимается как само собой разумеющееся. На этот раз ни люди не ушли от расплаты. Применить Демину исключительную меру наказания в виде смертной казни расстрела. Подельник Демина, похожий на бледного карлика Челышев, будет на 13 лет изолирован от общества. Для нас это счастливая цифра. И 8 лет в колонии усиленного режима пробудет несовершеннолетний душитель Андреев, Владимир Болотин, Дмитрий Макеев из Верховного суда Республики.